Добрый вечер всем подписчикам и зрителям моего канала «Одесса», 12 сентября. Сообщают о том, что в российском Ростове-на-Дону и еще в 7 городах на южной границе с Украиной слышали громкие взрывы. В Ростове громкие взрывы были слышны в центре города и еще в нескольких районах. Об этом сообщает российское пропагандистское издание 161.ru. Ростовские пропагандисты сообщают, что ориентировочно в 15.15 12 сентября они слышали громкие взрывы в центре города. Аналогичные звуки были слышны и в других районах Ростова-на-Дону. Также пропагандисты утверждают, что взрывы слышали жители еще 7 городов Российской Федерации, близ российско-украинской границы, а именно Таганрог, Азов, Новошахтинская, Шахты, Новочеркасск, Аксай, Ейск. Российская МЧС заявила, что у них нет информации о взрывах или пожарах в этих регионах. Что стало причиной громких взрывов, неизвестно. В одном из своих предыдущих видео я выставлял видео непосредственно жительницы Ростова, которая комментирует ситуацию, снимая кадры, как в небо поднимаются клубы черного дыма. Я на связи, не забывайте подписываться, до встречи.